20 минут о красивой жизни, интересных событиях и удивительных поступках. Это Beauty Time на 31-м. Всем здравствуйте. Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Дизайнерская одежда, украшения и косметика, а также 10 часов лекций на актуальные темы. Второй Fashion Day посвящен теме женственности. В эти дни, конечно, приходят девушки, которые интересуются модой и которые хотят просвещаться и знать моду глубоко и со всех сторон. Если видите, у нас спикеры совершенно из разных областей, то есть спикеры, стилисты по украшениям, именно стилист-мужчина, у нас будет сегодня сексолог, визажист. То есть мы берем тему со всех сторон и раскрываем ее полностью со всей стороны, потому что главное в моде не одежда, а главное полностью образ, и чтобы он был гармоничный и целостный. Проект очень хороший, классный, объединяет под одной крышей разных дизайнеров. И теперь, наконец-то, у меня есть возможность пообщаться с ребятами, с кем, когда я бы жила в городе, у меня не было возможности с ними пообщаться. Такая дружественная атмосфера, мне очень нравится, очень кайфово, кстати, такая прям классная обстановка. Проблема номер один в жизни современной женщины – как сделать эстетичное удобным и наоборот, а также как оставаться ультрамодной, но не привлекать излишнего внимания. Мы стараемся как раз предложить трендовые вещи, но так, чтобы их удобно было носить спокойно каждый день. Например, леопардовый принт. Мы предлагаем его в темно-синем цвете, в спокойном. Например, желтые цветы или жакеты в клетку. Безусловно, это невероятно модно. Но мы используем такие цвета, чтобы было комфортно их надеть в офис, потом вечером надеть на вечеринку в кафе или пойти, например, в этом жакете и в шерстяном костюме, например, на площадку с ребенком. В образе человека за женственность отвечает прическа, а чтобы добавить волосам современный вид, эксперты рекомендуют придавать им правильную фактуру или собирать в пучок. Сейчас в моде эффект мокрых волос, то есть использование глянца, убранные назад волосы, также не уходят все еще, это кудри серфера, пучки очень красиво выглядят на длинных волосах, но также и на коротких волосах пучки очень интересные. И текстурируемые волосы, текстура на волосах – это очень сейчас модно, небрежность. Суровые реалии сегодняшнего дня требуют от нас быть компетентными во многих областях. Мало уметь себе делать макияж, важно успевать следить за его тенденциями. Макияж не может быть отдельно от моды, он всегда как такой завершающий, как вишенка на торте. Самая частая ошибка, ну, наверное, это брови. Брови сейчас, тем более, они такой... Точнее, они всегда были в тренде, сейчас на них особый акцент. Вот поэтому, если бровь на лице не имеет форму, то, конечно же, она сразу создает не очень ухоженный вид. Поэтому самое главное – это, конечно, кожа и брови, самое основное. Как уже было отмечено не раз, мода – это не только про одежду. Именно поэтому возник такой формат общения, который позволяет получить знания в разных областях и изменить себя к лучшему. Суть инноваций в эстетической медицине сводится к тому, чтобы улучшить внешний вид и состояние кожи, лица и тела без длительной реабилитации и лишней травматизации. Одну из современных методик представляет съемочная группа Beauty Time. Ухоженную внешность характеризует несколько параметров. Помимо отсутствия морщин, это четкий овал лица, красивый рельеф и здоровый цвет. На последнем остановимся подробнее. О том, что такое купероз, как он портит жизнь и как с ним бороться, рассказывает врач-косметолог Екатерина Александровна Козель. Первые признаки купероза – это когда вот женщины приходят и мужчины с жалобами на то, что у меня вот на холоде краснеет лицо пятнами, вокруг крыльев носа появляются пятна, при малейшем раздражении опять же эти красные пятна. Это вот как раз говорит о том, что скоро на этом месте появятся вот эти сосудики. Процедура лазерная, мы будем работать по контактному ультразвуковому гелю. В этом случае мы выберем процедуру лазерная коагуляция, лазерное склерозирование сосудиков,
Вот она будет процедура выбора. Она проходит быстро, достаточно безболезненно. Насадки все охлаждаются, гель ультразвуковой смягчает и кожу и не дает появления поверхностных ожогов. И наш лазер не оставляет следов, никакой реабилитации не требуется. Пациент может идти сразу на работу или продолжать обычно свой активный образ жизни. Инновационное лазерное оборудование позволяет индивидуально выставлять необходимые параметры для того, чтобы процедура была более эффективной и менее болезненной. Большое количество выстрелов на один сосуд нашим лазером делать не нужно, достаточно 1-2 выстрелов. Сосудики после процедуры могут либо исчезнуть сразу же, либо могут потемнеть, и они в течение недели самостоятельно исчезают, то есть становятся уже невидимыми. Купероз, хоть с ним и работает врач-косметолог, проблема не только эстетическая. Покраснение на крыльях носа – повод посетить сосудистого хирурга. Если у человека есть купероз, то нужно обратиться за консультацией к сосудистому хирургу, потому как слабость сосудистой стенки, она не только на лице. Нужно следить за состоянием сосудов, за здоровьем сосудов и вовремя заниматься ими. Поэтому это очень важно и очень ответственно. Клиника профессора Алехина. Лечение варикоза без госпитализации, а также инновационные косметологические методики. Безоперационная подтяжка, безинъекционная мезотерапия, лазерное омоложение, лечение купероза и угревой болезни. Клиника профессора Алехина. Высокие технологии, многолетний опыт, красота, здоровье и новое качество жизни. Узнайте больше по телефону 200-23-23. Главное событие года в красивой индустрии Челябинска. С 7 по 9 ноября в ТРК «Гагарин парк». Всего на несколько дней Челябинск станет бьюти-столицей, которой приковано внимание профессионалов. Выставка «Индустрия красоты 2018», на стендах которой будет представлено инновационное оборудование, косметические средства, новейшие инструменты и материалы для профессионалов в области маникюра и педикюра, парикмахерского искусства, косметологов и все для салонов и мастеров. В первый день деловой программы пройдет открытый чемпионат по ногтевой эстетике. Во второй – чемпионат по парикмахерскому искусству и визажу. В третий день – грандиозные мастер-классы «Знай наших». Лучшие мастера на одном подиуме. Посетить выставку можно с 7 по 9 ноября в ТРК «Гагарин парк». Труда 183. Благотворительный музыкальный салон Юлии Жаботинской представляет. Впервые с концертом в Челябинске. Харизматичный певец и композитор Чарли Армстронг. В программе мировые эстрадные и джазовые хиты. Изысканный ужин при свечах. 15 ноября. Конгресс-отель «Малахит». Изумрудный зал. Заказ билетов по телефону 235-75-55. Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекций. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК «Горки», второй этаж. Вы смотрите программу «Beauty Time». Продолжаем выпуск. Ухоженный мужчина всегда ассоциируется с успехом, а забота о своем внешнем виде не должна ограничиваться посещением мастера 1-2 раза в месяц. Некоторые несложные манипуляции можно проводить и самостоятельно. Главное – спросить у специалиста, как правильно обращаться с различными девайсами и косметическими продуктами. Профессионалы всегда знают больше, даже о таких элементарных вещах, как мытье головы. Обязательно сначала волосы смачиваем. После чего немножко выжимаем. Берем шампунь. Достаточно одного нажатия. Наносим на руки, растираем его в ладонях, чтобы была на руках пена. И начинаем мыть не волосы, а кожу головы. Для волос достаточно только пены. При этом мы вымоем и кожу, и волосы. Варианты укладки зависят от того, как волосы высохли после мытья и каким стайлингом их оформили. Если мужчина хочет сделать объем,
в области челки не обязательно использовать фен. Можно приподнять челку и оставить ее высохнуть естественным путем. Только после полного высыхания нужно использовать стайлинг. Если мы используем фен в домашнем варианте, можно сделать это все руками. При этом оттягивая челку чуть-чуть, не назад, чуть-чуть вперед. И в таком положении сушить ее феном. За счет этого создастся вот такой небольшой кок, что позволит уже без укладочного средства удержать укладку в таком виде. Более рафинированный, элегантный вид можно создать с помощью пены или геля для волос. Пудра – это сухой продукт, который наносится непосредственно на волосы. И не просто на волосы, а именно на корень волоса. Не сыпется, а вот таким постукиванием распределяется на корни. За счет этого создается такой матовый эффект. При этом волос приподнимается. Еще один вариант укладки в этой стрижке. Мы смачиваем волосы, чтобы вода именно смочила корни. После чего можно использовать либо пену, либо гель для волос. Лучше использовать гель для волос средней фиксации, для того, чтобы сразу не залепить волосы. Гель наносится также на все волосы, начиная либо с середины, либо с затылка. После чего мы передвигаемся к челке. После чего расческой прочесываем и в таком виде даем средству высохнуть. И получается у нас такой классический деловой вариант. Профессиональное оформление бороды и поддержание формы в домашних условиях – тема отдельного разговора. Но вот один лайфхак от мастера. Когда в домашних условиях используется шейвер, чтобы не было раздражения, можно наносить на сухую кожу еще тальк. Наносим тальк, вбиваем его в волосы. После этого только можно взбривать машинкой. Это дает защиту кожи, убирает процент раздражения. Кожа после чего не краснеет. Мужской вариант заботы о внешности гораздо более лаконичный в сравнении с женским. Минимум косметических средств и научиться обращаться с ними не так уж сложно. Вы смотрите программу Beauty Time. Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Если 4-6 лет назад стилисты рекомендовали носить костюмы по частям, комбинируя с чем-либо только верхнюю или только нижнюю часть, то сегодня в моде костюм в своем классическом варианте. Дизайнеры предлагают сеты как с брюками, так и с юбкой. Спортивный тренд, популярный в последние сезоны, также находит свое отражение и в костюмной теме. Отсюда комплекты с лампасами, жакеты на молнии и другие идеи. Костюм для отдыха – это не столько тренд, сколько эстетическая потребность современной девушки выглядеть стильно в неформальных ситуациях. Отсюда дизайнерские решения из трикотажа и других комфортных материалов. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Sony Кривой 30. Туроператор J-Study. Предлагаем обучение за рубежом по системе «Все включено» по направлениям, курсы иностранных языков, бизнес-обучение, каникулярные программы для школьников, поступление в зарубежные университеты и средние учебные заведения. 751-42-62.
Ребров – терапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска, на Кирова, 159. Академия наращивания ресниц «Премиум Бьюти» представляет пятый турнир Grand Lashes 2018. Разыгрывается 30 кубков и один гран-при. Юбилейные медали и призы каждому участнику. В рамках турнира также состоится бьюти-пати, конкурс творческих видеовизиток, борьба за корону среди лэшмейкеров, визажистов, бровистов, парикмахеров и мастеров ногтевого сервиса. Незабываемая шоу-программа с участием лучших стилистов региона. Узнать подробности и подать заявки на участие можно в официальной группе Grand Lashes 2018. Приглашаем к сотрудничеству представителей индустрии красоты. Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Еще больше сюжетов о красивой жизни смотрите на нашем сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. А на этом выпуск завершен. До встречи. Команда Beauty Time TV благодарит партнеров проекта «Модный дом Я», студию макияжа «Френды», имидж-студию Елены Ивановой.